Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1997 года, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. 1, 2, 3. Я даю команду из биоробота. Если в нем находится копия голограммы или что-то чужеродное, сила моего намерения, она выходит и становится рядом с тонкой копией. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Все чужеродное выходит, сила моего намерения из биоробота и становится рядом с тонкой копией. У него тонкая копия вышла. И что еще? Меркабова я вижу, но она как неактивированная, тусклая. И он как в сапогах каких-то. Ага, очень хорошо. Больше ничего не вышло? Нет. Хорошо, защищаем его биоробот с защитным потоком из энергии абсолютно на время работы. Берем его в защитный скафандр и вместе с тонкой копией Ильи перемещаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо, мы приветствуем Илью, интересуемся, готов ли Илья к диагностике. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Доверит. Хорошо, и я даю команду. На счет 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ильи. Пространство над головой, пространство под ногами. Илья притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Ильи. Находит все. И отправляет ответственный в клетку. Демон, 17 герц, сапоги его. Один канал. А, дракон. И дракон. Он ему меч какой-то дал. А, это дракон ему дал меч, да? Илья, я вам говорил насчет подарков. Хорошо. 2 канала. Как они себя ведут, Вера? Спокойно. Отлично. Непонятно почему. А обращаясь к демону, что ты пришел? В тело, которое объявило о своих энергиях, о праве распоряжаться своими энергиями, о своих свободах. Что ты здесь делаешь? Общаюсь. Не понял. Общаюсь. Что значит общаюсь? Чего ты пришел в это тело, я тебя спрашиваю? Если от этого демона еще... И сейчас выстраивается канал к ответственному от этого демона на счет 3, 1, 2, 3. Если он еще с кем-то связанный, он притягивается в эту клетку тоже и становится ее заложником. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Никого нет. Хорошо, демон. Ты в курсе, что Илья прочитал манифест, в котором стоят слова? Все, кто нарушит мои свободы, будет отправлен в галактическое ядро. А от него идет, что он думал обо мне. Ну и что? Он вообще думал про Нижний мир. Он думал про Нижний мир? Что это значит? Объясни. Ты на этом основании пришел. Я целыми днями разговариваю с демонами, такими как ты. Ты самый низкий из них, с которыми я общаюсь, с которыми я каждый день воюю. И ты приходишь мне сказать, что кто-то говорит или размышляет о демонах. Я о них тоже размышляю, я вижу картинки, я смотрю на них. Так что ты мне хочешь сказать этим? Это дает тебе право войти в его тело? Ты, по-моему, не понимаешь реально, куда ты попал, демон. Он говорит, я расскажу больше. Мы с ним хорошо общались, пока вы не пришли. А я тебе скажу, больше сейчас удар 150 тысяч герц демону. 1, 2, 3. Первое предупреждение. Их всего 3. Третье открывается сейчас. И на счет 3 открывает портал в галактическое ядро перед клеткой демона. 1, 2, 3. Он смотрит в этот портал, он смотрит в галактическое ядро. Еще 2 попытки у тебя есть. Закрываю, печатаю, растворяю. Итак. Сними с него маски. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде согласно своему эфирному коду. 1, 2, 3. Что у нас там, Вера? Он мимикрирует сейчас. Отлично. Направляю на него печать 7 архангелов. Запрашиваю мощнейший удар любви, энергии любви отца. И мощнейшим ударом этой энергии сжигаю эту голограмму. Значит, 3, 1. 2, 3, пошел удар. Открываю над клеткой поток абсолюта и заливаю эту комнату потоком любви отца. Пошла энергия, да будет так. Это гуманоид, это не демон. И он влияет.
Отлично. Влад, выключи его влияние своим лазером. Не убивай его. Давай. Свет не останавливаем, потоки идут. На полу он просит остановить. Нет. Все, пришел ты, гуманоид. Смерть тебе пришла сегодня. Сегодня ты увидишь галактическое ядро изнутри. И от этого гуманоида выстраивается канал к ответственным. 1, 2, 3. И ответственные, связанные с ним по каналам, притягиваются в эту клетку и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Да, будет так. Отжил, твари лживые. Кто вас создал? Вообще бессмысленное существование паразитов. Что происходит, Вера? Ну, канала нет. Да. Но от него идет, что это заказ. Хорошо. И ответственность за заказ, сила моего намерения, притягивается в эту клетку. Да будет так. А так и есть. Я еще здесь. Отлично. Оба замерли в клетке. 1, 2, 3. Так, посмотри на ящера, он воздействует на тебя. И ответственные, и выстраиваем канал от ящера на счет 3, 1, 2, 3. Все ответственные за эту интерференцию от ящера, все связанные с ним и с гуманоидом, притягиваются в эту клетку и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. Нет никого. Хорошо, один ящер. Вера, как он себя воздействует на тебя или нет? Нет, он просто стоит. Хорошо, спрашивай, ящер, что ты хотел? Пришел на свои похороны? Месть хотел. За что? Забрали кого-то. Кто забрал кого-то? Куда? Я не понимаю тебя, ящер. У тебя ограниченное время. Если ты мне начнешь лгать, я тебя здесь сожгу сразу. Из-за него забрали кого-то. Его. Так это я делал. Это я надел. Это я забирал. Я его чистил. Да, но из-за него. Это из-за его воли ты ему мстишь или как? Я не понимаю логики. У тебя есть какое-то законное основание находиться в его биополе? Ты хочешь мести? Я тебе сегодня ее покажу. Но он говорит, что он не в биополе, а в биополе гуманоид. Гуманоиду плохо там по цветам. Ну, отлично, плохо. Бывает, выключая свет. 1, 2, 3. Жив он там? Да. Итак, гуманоид, откуда ты? Сириуса? Сариона, откуда ты? Кто ты? Ловец душ? Кто тебе дал ловец душ? Отлично. Ну, таких я обожаю. Таких я знаю, что с ними делать. Так, и откуда ты пришел, ящер? Считай, у него цифры над головой, Вера. Он не дает. Кто? Ящер. И, Влад, дай ему мощнейший удар своим лазером, не убивай. 1, 2, 3. Сжигаются все маски и голограммы, все защиты сжигаются. Открывается над ним портал потока Абсолюта. 1, 2, 3. Поток Абсолюта любви отца заливает его комнату, сжигает все защиты. Да, будет так. А так и есть. И даю ему удар. 250 тысяч герц. Удар. Ну, удар его разозлил просто, а поток, вот он на него действует. И удар 500 тысяч герц. Может, ему до миллиона? Это больно. Вот это больно. Отлично. И удар 700 тысяч герц, пока не упадет тварь. Следующий будет 2 миллиона. Итак, паразит, ты готов отвечать на мои вопросы? Чего ты хочешь? Я тебя хочу уничтожить. Я хочу из тебя горку пепла сейчас сделать. За вот этот театр, который ты устраиваешь в моей комнате диагностики. За кого ты себя считаешь? За творца? Кто ты вообще такой? Клоун с хвостом. Кто ты? Есть какое-то воздействие, Вера? Ну, было, сейчас меньше. Хорошо. И еще раз даем ему удар. 700 тысяч герц, пока он не прекратит воздействие. Мне надоедает эта уже тушка. Сжигается. Он говорит, придут другие. Хорошо. Я всех уничтожу. За мной тоже, я не один. И другие тоже придут за мной. Вы что себе возомнили, ящеры? Знаешь что, ящер, я, наверное, тебя сегодня познакомлю с энергией атмана. Ты любишь ее? Вкусная? И в моих руках появляется большой шар энергии атмана. 1, 2, 3. Остановись. Почему я должен останавливаться? Ты преступник. Ты пришел в биополе человека его убивать. Ты пришел мстить. Ты нанял наемника, которого я сейчас сожгу. После тебя. Почему я тебя должен отпускать? Кто ты вообще такой? Ты здесь не должен был быть.
Дать тебе сейчас 2 миллиона и закончить твои страдания, а? Уменьшай ящера в 2 раза, сила моего намерения. Да будет так. Ну, говоришь, что ты не имеешь права. Я не имею права. Я имею право защищать то, что я объявил своим. Мои энергии, мои свободы. Все, что дал мне Абсолют, я имею право защищать. Всеми дозволенными мне методами. Я имею право защищать свою жизнь. И он имеет право защищать свою жизнь. Объясни мне. Я тебя принуждаю. Я тебя отправлю на твою чистоту, но по частям. Итак, что ты здесь делаешь? Я последний раз тебя спрашиваю, и на этом заканчивается. Он говорит, что он потерял свое право, когда связался с нами. Когда он... У тебя есть контракт с ним? Сделаем. Сделаем. Немного осталось. Немного осталось. Хорошо, мы сейчас проверим на все контракты. Давай, Вера, начнем с реверса энергии. Тут непонятная вообще такая ситуация. Так, надо все убирать, и после этого будем разбираться. Все замерли в клетке. Следует моим командам, отвечает только, когда я говорю. Когда я спрашиваю, кто будет мне мешать блокировать энергии, тот моментально без предупреждения отправляется в галактическое ядро. Все. И я даю команду тонкой копии ЛИИС проецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные, негативные, патогенные, низковибрационные энергии в его биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии ЛИИС произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам. Все чужеродное по отношению к Ильи возвращается интерферентом. Сила потока увеличивается в 100 раз. До последнего микрона все назад. Но у нас канала 2. Один дракона, а другой... Хорошо, ко всем идет? Гуманоида. Вот от гуманоида уже идет к ящику. Ящик. Отлично. Мы это знаем. Пока идет 3. Да, пока идет реверс, подхожу к дракону, считаю цифры над головой. Какой это дракон? Синий-красный? Синий дракон. Синий дракон, что ты здесь делаешь? Так, какая цифра над головой, Вера? Считай, пожалуйста. 5, 0, 21. 5, 0, 21. Так, дракон, я спрашиваю, что ты здесь делаешь? Награждаю его. Награждаешь его? Неправильный ответ. И 200 тысяч герц удар дракону. 1, 2, 3. Но он прыгает по клетке, агрессирует. И отлично, Влад. А ну, дай ему удар. Успокой его спесь. 1, 2, 3. Не смертельный. Скулит. Отлично. И достаю печать дракона. 1, 2, 3. Включаю на полную мощность. И сила моего намерения уменьшаю дракона в 2 раза. 1, 2, 3. Дракон уменьшается. Да будет так. Он говорит, откуда у тебя это? Ты не узнаешь, откуда у меня это. Все не должно быть секретных печатей. А они у меня есть. Представь себе, какой у меня уровень. Пусти. Нет. Ты нарушил все законы. Как вот эти, которые рядом с тобой стоят, сегодня от них останется, ты не увидишь даже, что от них останется. Потому что ты точно туда же сегодня уйдешь. Закончилось твое позорное существование, паразит. Ты себя возомнил всем во Вселенной. А я тебе докажу, что это не так. Что у тебя есть границы, ты не имеешь права нарушать законы Абсолюта, нарушать законы мироздания и воровать чужие энергии. И еще раз удар. 150 тысяч герц дракону для хорошего усвоения информации. Агрессирует еще, Вера? Нет, он говорит, что он заберет все, и он хочет... Да, меня не... да ничего ты не заберешь, я это все сам без тебя, ты мне не нужен. И я даю команду, как у нас там с реверсом, давай посмотрим. Закончился. Закончил. Устанавливаю фильтры золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса забираю все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последнего микрона, возвращает Илья себе обратно. Он хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. А, знаешь, у дракона идет фиолетовое и синее, а вот от этого гуманоида белая энергия идет. И он в сапогах до сих пор. И я даю команду. Хорошо, и я даю команду. Эти сапоги снимаются с его ног. 1, 2, 3. Зависает в воздухе. И как кирзовые черные сапоги. Вышли? Да.
Ответственно, надо ответственным за эти сапоги. Загорается красная лампочка. 1, 2, 3. Это гуманоид. И я даю команду. И сила моего намерения. Эти сапоги одеваются на гуманоида. 1, 2, 3. Не может снять. И включаю их на полную мощность. Реверс продолжается, Вера. Да, идет. Подожди, еще что-то должно быть. Они как-то с головой связаны. И я даю команду. Все, что сейчас чужеродное установлено от гуманоида или от ящера, силам его намерения начинает безболезненно выходить из всех 7 тонких тел Ильи вместе с этой энергетикой. Нити начинают выходить и формируются, как веретено накручивается друг на друга, формируется в шар, начинает быстро крутиться. Все нити, все чужеродное на чистоте гуманоида начинает выходить из всех семи тонких тел Ильи, наматывается на этот шар и зависает в воздухе перед ним. Это как сеточка такая. Сеточка еще. Которая над головой, и она связана с сапогами и на руках, как гирьки. Отлично. И эти гирьки снялись уже, да? Да, они с сапогами. И все, что сейчас было установлено, висит в воздухе, устанавливается на гуманоида. 1, 2, 3. Гирьки, сапожки. Он его... как в такой оболочке получается связанный. Очень хорошо. Энергетически. Хорошо. И включаем это все на полную мощность. 1, 2, 3. Получает кат гуманоид. И вот тяжесть какая-то снялась. Вот эта вся тяжесть идет теперь в гуманоида. Откат 1 минута. За 1 минуту все боль, которую он дал, возвращается к нему. Еще раз увеличим мощность. Но он как огражден от всего. Он в себе полностью. Гуманоид, да? Да, он как сумасшедший просто сам в себе. Вот то же самое он Ильи, из Ильи делал. Сумасшедшего, который сам в своем мире живет. А мы против этого. Хорошо. Так, реверс закончился, Вера? Да. И я даю команду. Все, что сейчас находится на чистоте синего дракона, безболезненно, на счет 3 начинает выходить из его биополя. Вся энергетика дракона, все чужеродное до последнего микрона, Илья включает внутренний белый свет и вытесняет полностью все энергетики чужеродные, не относящиеся к его чистоте, из своего биополя. Это все выходит, наматывается на шар, формируется, уплотняется, начинает крутиться шар, наматывает все на себя. 1, 2, 3. Ну, у нас есть шар и у нас есть меч. Такой, знаешь, как вот свет больше такой. И меч отправляю вместе с этой, все, что висит, открывается портал в галактическое ядро, все улетает в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Да будет так. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, реверс закончился? Да. И я подхожу, я даю команду, значит, 3, Илья мощным ударом сожгет все каналы. 1, 2, 3, удар, сжигаются все каналы. Да. Открывается портал в галактическое ядро, и весь мусор этих каналов улетает. Все в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Так, мы его почистили. Я даю команду сканеру на счет 3. Сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Ильи. Мелкие частицы уничтожает на месте. Если что-то крупное, моментально загорается ярко-красный маячок. И ответственный над ним загорается ярко-красный маячок. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел. Находит все. Зеленый. Хорошо. Так, давай заправим его энергией. Сколько ему нужна энергия? И какая частота вибрации? 320. И? 27. Хорошо. И, значит, 3 в макушку головы. Ильи начинает поступать 7. Частота его вибрации поднимается до числового значения 27 Гц. Пошел подъем. Готово. И ему надо Меркабу активировать. Каким-то путем она ему помогает. Хорошо. Сейчас мы все это проверим. Но пока синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Готово. И живота тонкой копии Ильи, 2 пальца ниже пупка, начинает разливаться резервная энергия жива. Активирует гармонию свойства чакр. Если где-то осталась негативная энергия, энергия проявляется в виде темных пятен. У него есть небольшие пятна.
Хорошо. И я даю команды, и все эти остаточные энергии, значит, 3, начинают выходить из биополя. Или 1, 2, 3. Формируется перед ним шар. Шар начинает накручиваться. Все негативные энергии, которые он собрал, 1, 2, 3, начинает наматываться на этот шар. Все нити выходят. Любая негативная остаточная энергия прилипает к этому шару. Знаешь, идет, вот наматывается энергия, но это как куски информации какой-то, очень много информации. Они его грузят информацией, которую он лезет не туда, понимаешь, в астрале он... Тяжелая информация. Вот это тяжелая информация. Вот это она и есть, да. Вот это как раз гуманоид, который сейчас там стоит и не может понять, где он находится. Вот это и есть та тяжелая информация, конечно. Все верно. Готово. Отлично. Так, хорошо. И производим... Сбрасывай. Да, открывается портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Производим сброс всех этих остаточных энергий. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Илья должен взять ответственность за свою жизнь и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Хорошо, я говорю вслух, а его тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, все контракты, все, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. 1, 2, 3. Вышли договора. Знаешь, у него нет чего-то, каких-то договоров, но вышло какое-то черное клякса, пятно. Так, я ответственен за эту черную кляксу. Над ним загорается в клетке ярко-красная лампочка. 1, 2, 3. Он не в клетке. А кто? Это что-то из прошлого. Ага. Значит, он что-то тянет за собой, да? Да. Так, 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 так. Давай сейчас выстроим канал от этого контракта к ответственному и притянем ответственного в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Это не контракт, это какое-то черное пятно в его жизни. А что у него там зависло? Мы его не видели в прошлый раз. Вернее, оно не проявлялось. Мы все уничтожили. Откуда оно взялось? Это новое? Это из прошлой жизни. Хорош, хорошо. Так, Илья, ты готов расстаться с этим мусором? Да, он готов разорвать. Хорошо. Пусть повторяет, пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я. Я объявляю, что все эти соглашения... Ноль и аннулирован. Я аннулирую право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если есть энергия. Нет. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. Этот контракт улетает в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Закрываю, печатаю, растворяю. Готов. Так, я сейчас подхожу к ящеру. Ящер, ты мне там насчет контрактов говорил. Где он? Я его не нашел. Он говорит, что он заморался в прошлой жизни. В плане? Заморался. Если я у тебя... Должок у него остался. Давай рассказывай, какой у него должок остался. Я не вижу уже никаких должков кармических. Я тебе дам возможность высказаться. Но если ты будешь врать, я это сразу почувствую. Я слушаю твою версию. Твой последний шанс. Он был нашим посредником на Земле. Когда это было? Он предал нас. Когда это было? Когда и где это было? Это не на Земле. Ты знаешь, ящер, мне это начинает надоедать, реально. На прямые поставленные вопросы не даешь никаких ответов, поэтому я не знаю. Не все надо знать. А, отлично, хорошо, я тебя сегодня научу большему и лучшему. Ты об этом сейчас узнаешь. И я приглашаю Ли. Ли, пожалуйста, выйди на связь. Здесь. Ли, я приветствую. У нас здесь ящер и гуманоид-ловец душ. Твои клиенты. Она простраивает. Что? Простраивает координаты. И... Выстраивает. Рассчитывает координаты. Рассчитывает координаты. Выстраивает. Понял. Хорошо. Сейчас заберут. Благодарю, Ли. Мы готовы. Он говорит, она говорит, верни его в состояние исходное. Кого? Когда ящера-то уменьшил. Да, бывает. Хорошо. И возвращаю ящера в его исходную форму. 1, 2, 3. Возвращаю его, ему его размеры. Ну вот они открыли там в стене
этот портал, чтобы забрать его, и он, ну, уходит, и он тебе говорит, что ты многого не знаешь. Ой, хорошо. Ты тоже многого не знаешь, как оказалось. Я исполняю волю человека, который дал свое добро на... и хочет распоряжаться своими энергиями, а не хочет с вами иметь ничего общего. Ты пришел с местью. Месть не входит, нигде не стоит про месть в законах мироздания. Нигде. Что ты имеешь право производить какую-то месть. Мы забрали все. И этого забрали, гуманоиды тоже, да? Да. Отлично. Хорошо, теперь подходим к дракону. Дракоша, как тебе такое представление? Видел когда-нибудь такое? А ты спрашиваешь, откуда у меня печать дракона? У меня еще много чего есть. Ну, я понял свою ошибку. И какая твоя ошибка была? Не туда полез. А я не уверен, что ее понял. Мне кажется, ты считаешь за ошибку то, что я тебя споймал. А я считаю, что тебе надо понять, почему ты наказан сегодня и будешь еще наказан за то, что ты сделал. Ты игнорировал законы. Ты считаешь, что нет правил во Вселенной. А я говорю, они есть. И есть законы мироздания, есть законы Творца. И ни один дракон еще не создан, который может игнорировать Абсолюта. Ты считаешь, ты можешь Абсолюта игнорировать? А я тебе говорю, нет. И вот это моя работа. Понимаешь? Я каждому дракону буду доказывать, что он не имеет права входить там, где человек заявил о своих свободах. Тебе понятно, хвостатый? Может, тебе крылья связать? Понял я уже, что не туда залез. Да нет, ты еще не совсем понял. Ты будешь заходить в другие вещи. Мне это не нравится. Поэтому я не вижу ничего, как от тебя избавляться. Ни одного другого возможности. Ты за свои... Ты должен отпустить меня. Да? А ты уверен? Я могу тебя отпустить. Ну, туда, куда я хочу. И мне что-то кажется, тебя надо вниз отпускать. Потому что ты низковибрационный паразит. Ты ошибаешься, у меня высокие вибрации. Какие? Сколько у тебя герц? У меня другие вибрации в матрице Земли. Наоборот, я понижаю их до ваших. Понятно. Хорошо, дракон, как мы будем решать эту ситуацию? Драконе слово дам. Хорошо. Я в этот раз тебе поверю. Но если ты второй раз меня встретишь, то это будет последнее, что ты увидишь. Я буду контролировать это тело. Если ты еще раз сюда заявишься, я тебя накажу по-настоящему. Возвращаю дракона его размера. 1, 2, 3. Готов. Ты все понял, да? Я все понял. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, все. Так, и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ильи в систему биоробот-душа, заводим, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, он в теле стоит сейчас? Да. Давай сделаем следующее. И я даю команду на активацию энергии Меркаба. 1, 2, 3. Энергия активирована. Она начинает светиться, и у него идет связь с Землей, с космосом. Усиливаем эту связь, поступает максимальное количество энергии, прочищаем каналы. 1, 2, 3. Она не дает чужой информации зайти. Отлично. Вот они ее ослабили, поэтому он и получает ложную информацию. И уверен, к сожалению, что он умеет договариваться с демонами. Сейчас он защищен. Но она дает защиту им. Хорошо. Мы закончили здесь? Да. Хорошо. Отключайся от Ильи и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Готово.